Чистота техники – это залог ее производительной, безупречной работы. Но не так просто подобрать чистящие средства для техники, особенно для ответственных применений, таких как, например, оптика или компьютерные экраны. Некоторые средства при чистке могут их повреждать. А между тем, есть специализированные средства, например, такое, как Screen 99. Он обладает композицией уникальных свойств. Он чистит практически любые поверхности и не повреждает их. При этом он обладает антистатическими действиями, и после чистки этим средством пыль длительное время не пристает к этим поверхностям, которые вы почистили. Его можно использовать на пластике, металле, на хромированных каких-то частях. Он не повреждает их и защищает и пассивирует. Например, вот такие достаточно часто заляпываемые, как мой монитор, пальцами поверхности, он чистит легко и непринужденно. Естественно, нужно использовать салфетки тоже для бережного обращения с техникой. Чистящее средство быстро удаляет жирные пятна с экрана и при этом не оставляет разводов. А этого очень трудно добиться на глянцевой поверхности. Слушай, Виталь, я смотрю, здесь ноутбук чистишь. Почисть мою приставочку, пожалуйста. Ну, заляпал ты, конечно, приставочку сильно, но скрином 99-м это будет легко и быстро. С его помощью можно чистить как линзы, в том числе просветленные, так и светофильтры. Например, вот этот светофильтр, на нем остались капли от дождя. Он не повреждает покрытие, обладает антистатическими свойствами. Теперь через этот фильтр можно будет делать отличные фотографии. Чистящее средство Screen 99 является универсальным чистящим средством для практически любой техники. Самое главное, что он безопасен и обладает антистатическими свойствами.